Как мы Санька наебали, сказали, пусть не ладья, а Санька на всаднике, блядь. Сейчас всадник выбежит такой, посмотрим, что за дверью номер. Странник, ты достиг конца пути, теперь узнаешь, что за дверью ты, блядь! Вот, смотри! Полную тыкву нахуяч! Какую тыкву жать? Там она одна, блядь! Вот это, вот она! 31% хосты, 31,5%, нужно 33 и шлем. Судьба решит, кому вперед идти. Да, наверное, ж бурсы дожать бессмысленно, по-моему. Я даже припот выпил. Как он раздупляется, там уходит свой вейт всаднический. Ну, всадник уходит, но бабка на тебе. Ты же бошку начинаешь ебашить. Не, я про то, что он забыл, походу. А, нет, не забыл. Где башка-то? Орона. Давар бы уже умер. Так, а чем там Ваня выпендривается? Ладья ты. Это сильно, но слабо. Время накручивать дамах. Ёбаная башка, как ты меня дует. То есть легендарочка, нет? Друзья, что ждёт теперь на пустоши меня? А чё ты болты? Чё легендарочка? Опа, блядь! Опа! Вот сколько я ходил варом, блядь, за этим конём. Всю, блядь, жизнь того аккаунта. Вот я первый заход. Ты я варом не мог выбить. Я да. Варом, я там 5 перцами ходил за этим конем. Не падал и все. У всех есть, поэтому ты не выбил. Я днище был, а теперь у меня и конь есть. Я почему такой злой был, блядь? У меня коня не было. Метла есть. Я сегодня, кстати, второй уже камень сделал. На это, на фирал. Да у меня просто не прокает и все, как ты треснешь. Ты еще раньше меня получишь, Фирала.